Порядка 8 тысяч тонн кормов планируют заготовить сельхозпроизводители Ненецкого округа этим летом. Сенокосная компания стартовала в начале июля. Хозяйства приступают к заготовке по мере готовности и в зависимости от погоды. Всего молочным животноводством в регионе занимаются 6 сельхозпроизводителей. На территории одного из них побывала наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. На сегодняшний день численность рогатого скота в сельхозкооперативе «Харп», что базируется в поселке Красное, 76 голов, из них 34 дойные. Хозяйство уже много лет славится своей молочной и мясной продукцией, на качество которой в первую очередь влияет то, чем питались буренки. Заготовка кормов в летний период, пожалуй, одна из самых важных работ для любого сельхозпредприятия. От этого напрямую будет зависеть благосостояние хозяйства на ближайший год. Впрочем, сегодня современные технологии позволяют хранить корма до 2 лет. При этом сено и сенаж сохраняют до 90% питательных веществ. Техника заготовки практически полностью автоматизирована. На угодьях Харпа трудятся 5 человек. Каждый выполняет свои функции. Один косит, другой собирает сено в рулоны, третий обматывает рулон в специальную пленку. Таким образом получается так называемая таблетка. Сенокос на протяжении десятилетий Харп проводит на одних и тех же местах. Косили мы уже самый большой участок, это Кудрин Шар и Чорбыш, средний по величине участок. На сегодняшний день бригада уже 3 дня назад заехала, значит, на Черный Нос, сегодня они заканчивают этот участок и переезжают на последний участок к Ржи. Кирилл Сметанин впервые начал работать на сенокосе еще в школе. Говорит, тогда компания по заготовке кормов могла растянуться не на 1 неделю. Сейчас на каждый участок уходит по 2-3 дня. Раньше в свое время я работал в школьных бригадах. Мы работали конно-ручная была, косили конями и еще были маленькие трактора косили. Вот. А сейчас косят уже более современной техникой, роторными косилками. Они косят быстрее и меньше проблем с ними. СПК «Харп» в этом году передовики по заготовке кормов. С работой справились за 2 недели и, как в прошлом году, план по заготовке сена и сенажа перевыполнили. Из запланированных 166 тонн сена заготовили 183. Всего в Ненецком округе 6 предприятий, занимающихся молочным животноводством. СПК «Харп», Сула, Заполярье, Омский и Великовисочные животноводческие комплексы и Ненецкая агропромышленная компания. Ненецкая агропромышленная компания СПК «Сула» у нас заготовили сено в полном объеме. Сенаж заготовка еще продолжается, как раз сейчас погодные условия располагают. У нас традиционно немножко отстает муниципальные казенные предприятия, Омский, Височный, в плане заготовки кормов. Но в целом ОМА планирует начать заготовку с этой недели. В любом случае некий резерв мы сформировали. Без кормов животные у нас не останутся, и прогноз в этом плане положительный. На данный момент окружными хозяйствами, которые уже приступили к заготовке кормов, скошено более 3000 гектар сельхозугодий. Заготовлено порядка 60% сена и сенажа из запланированных. Александра Литкова, Антон Бедряков, телеканал «Север».